На экспозиции под названием «Живописная радуга» можно увидеть работы обучающихся из двух групп «Живопись». Уже несколько лет детскую художественную школу приходят заниматься рисунком и живописью вполне состоявшиеся в жизни люди. На выставке представлены работы 14 человек. В основном это натюрморты, написанные акварелью, гуашью, углем, пастелью, а также работы, выполненные масляными красками. Руководители двух групп, организовавшие выставку, Елена Шулакова и Елена Паскаль, очень тепло отзываются о работах своих подопечных. Все с удовольствием посещают. Есть наши учащиеся из взрослых групп, которые ходят уже по четвертому году обучения, уже проходят и, наверное, придут на пятый год к нам заниматься. На второй выставке представлены работы выпускников 2017. В этом году из стен школы во взрослую жизнь ушли 20 юных художников. Их дипломные работы, выполненные в разных техниках, начиная от графического карандашного рисунка и заканчивая работами декоративно-прикладного искусства, украсили холл школы. Подобные выставки, как эти, педагоги школы подготавливают ежегодно, чтобы привлечь маленьких жителей Десногорска к обучению рисунку. Эти выставки для того, чтобы посмотрели, оценили работу нашей школы, чтобы приводили к нам своих маленьких детей учиться. Сейчас у нас ведется набор в художественную школу. И, пожалуйста, приходите к нам, записывайтесь, мы всех примем. Обе выставки будут украшать холл школы до 30 августа. Любой желающий может прийти и посмотреть.